Всем привет! В этом году мы заехали в гостиницу «Усадьба Суко». В том году, напомню, что мы были в Мореми. Это один из трех отелей из полной целой сети отелей. В данный момент видео я сделаю сейчас вечером. Покажу, как здесь можно отдохнуть вечером. Ну и чуть позднее выложу видео именно дневное, где можно будет посмотреть сам отель, его площадь и как можно здесь опять же отдохнуть. Вечером здесь у нас работает площадка детская. Она, собственно, работает и днем. Огороженная территория по всему периметру. Высокий забор. Вечером с подсветкой. Там вдали горы. Можно наблюдать часть поселка Суко. Опять же, вон там вдали тоже горы. Различных комаров и насекомых нету, так что можете не бояться приезжать с детьми. Насчет этого очень все достаточно хорошо. Очень хорошо территория облагорожена, очень много зелени. Посторонних запахов нет, как бывает частенько в различных гостиницах. Этот четвертый корпус. Это двухэтажное здание, различная квадратура, кому как понравится, кому как подойдет. Ну, понятно, что все зависит от стоимости самого номера. Посередине зона для фотографирования, можно увидеть. Вечером здесь стрекочут кузнечики, квакают лягушки, но это очень круто, детей это забавит. По всей длине бассейна есть такой вот падающий водопад. Ну а здесь у нас цветник, зона для фотографирования. Постояльцы могут сидеть в своих импровизированных балконах. Это небольшое такое выделенная территория, где есть столик и два стула. Ну здесь же сушилка. Как таковых балконов нет, ну, а именно здесь можно будет высушить белье. Ну, понятно, что это можно сделать и в номере, но можно сделать и на улице. А здесь еще один, забыл указать, что здесь, а если это четвертый блок, то это, насколько мне кажется, это первый блок. Он также двухэтажный. Вид здесь на горы. Выглядит привлекательно, особенно что утром, что вечером будет. Также есть, да, вся территория полностью под камерами, ничего не пропадет, как машины под камерами, так и сами жилые домики. Чтобы попасть в номер, нужно будет применить электронный ключ, так что за сохранность вещей можно не волноваться, внутри есть сейф. В общем, все на довольно высоком уровне. Номер очень хорошо обделан. Плитка в ванной комнате. В комнате ковролин. Двухспальная кровать. Есть место для ребенка. Ну, либо раскладывающийся диван. Еще один. Как дополнительное место. Этого вполне достаточно, чтобы втроем, вчетвером в номере жить. Ну, понятно, что в каждом номере кондиционер. Ну, там пластиковые окна и все такое. Это все, конечно, присутствует. Все удобства, опять же, в номере. Сейчас дальше пройдем, покажу, что еще есть. Очень прикольно выглядит падающий водопад. Он работает круглый год, чуть выше. Ой, круглый год, круглый день, чуть выше. Жилая зона такая, зелененькая. Отдельно выделена курилка, кому интересно, чтобы не мешать детям, не мешать другим взрослым. Отдельно вот выделена зона, можно прийти туда и посидеть. Детей очень много, анимация работает. Днем есть выделенные зоны. Это основной бассейн, он довольно большой, глубина 1,8-1,7 метра, с каждой стороны бассейна есть несколько
зона отдыха. Также есть отдельные VIP-зоны, они опять же бесплатные. Кто первый займет, тот их, как говорится, папа, пользуется. Лежаков очень много, они тоже совершенно бесплатные. Есть навесы на лежаках. Есть навесы на лежаках. От солнца очень хорошо спасают. Вечером это все подсветка. Сейчас идет в данный момент анимация. Анимация как есть для детей, так и для взрослых. Также есть тематические вечера. Это турецкие, русские вечера. Очень круто, как бы, для того, что ты весь день на жаре жаришься, и вечером можно отдохнуть. С обратной стороны есть бар. А если честно, как бы, гостиничные комплексы Муремиль, опять же, усадьба Суко, она представлена очень достаточно широким кругом алкоголя. Тут не только пиво, тут все вплоть до крепких напитков вам сделают, и коктейли, и много чего другого. Здесь уже трехэтажные гостиничные номера. Еще несколько VIP-зон. Отдельная платная парковка, огорожена солнышком. Первая. Вторая. Третья. Доступ к парковке в любой момент. Выход прямо с жилой зоны. Это второй отсек жилой. Там есть третий, там же столовая. Столовая общая для всех блоков. Довольно большая. Плюс есть зона на улице. Так что, если кому-то интересно, в летнюю жару можно именно отдохнуть уже на улице. Очень хорошо освежает. Ну и опять же, в зоне еды есть кондиционеры. Так что, если кому-то жарко, опять же, может внутри. Там у нас столовая. Режим работы весь расписан. Есть здесь отсек для минеральной воды. В данный момент сейчас закрыт. Очень много жилой зеленой зоны. Там ресепшн. Круглосуточно работают. Если какие-то вопросы возникают, можно подойти, задать вопросы. И вам решат их. И второй бассейн. Здесь есть, опять же, для зоны для детей. Работают несколько баров. Есть своя сауна. Есть детская комната с аниматорами. Как раз мы к ней подходим. Там есть различные раскраски, развлечения и много чего. И вот как раз бар. Сауна. Ну и маленький бассейн. Причем, по моим ощущениям, здесь вода теплее, чем в общем большом бассейне. Сегодня она, к примеру, нагревалась до 36 градусов. Очень приличная температура. Кому хочется понежиться в воде, это идеальный вариант. В большом бассейне вода прогревается 32-33, ну максимум, наверное, 34 градуса. Здесь сегодня было 36. Просто парное молоко. Ну, собственно, вот так вот выглядит территория гостиницы усадьба Суко. Чуть позднее летом днем выложу видео именно по территории подневной. Ну и сам номер.